Поселок Архангельское, так же как и другие населенные пункты сельского поселения Ильинское, в развитии не отстает и меняет свой облик. Со смены управляющей компании в прошлом году для этого многоквартирного дома началась новая жизнь. После капитального ремонта и благоустройства придомовой территории он стал показательным для всего поселка. Видим результат. Дом был принят фактически в аварийном состоянии, даже не было гидроизоляции. В течение полугода, можем даже зайти посмотреть, начиная с гидроизоляции, видите, какая входная группа, поставили светодиодные все дела, технический этаж, подвал, все привели в порядок. Это буквально за полгода. На отремонтированной детской площадке участников выездной встречи ждала заведующая местной амбулаторией. К ней присутствующие смогли обратиться с насущными вопросами. Например, о том, когда начнет свою работу новый врач-педиатр. И будет ли установлен в медицинском учреждении рентгеновский аппарат. Нам в общем доме делать рентген-установку разрешить никто не сделает. Во-вторых, сейчас рентген-кабинет новый с хорошим рентгеновским аппаратом находится во второй поликлинике. И рентген-кабинет должен выполнять свои функциональные обязанности и быть загружен настолько, насколько он должен быть загружен. Мы своими 10 тысячами его не загрузим. И делать его для того, чтобы это был какой-то совместитель или совместительство, в этом нет необходимости. Еще в одном дворе поселка Архангельское участники необычной экскурсии смогли оценить хоккейную коробку. Подарок от сельской администрации. В отличие от площадки, которая здесь была раньше, новая отвечает всем требованиям безопасности, а ледовое поле полностью освещено. Раздевалки вы видели, то есть проведется свет, сделаем освещение. Да, то есть все будет великолепно. Место для, где переодеваться, особенно хоккеистам, формы много, форма большая, места нужно много. Там будет детское, то есть дети будут, если приходить, будем открывать для детей. Дети будут там переодеваться, выходить играть, потом обратно. Любителям плавания в скором времени также будет где проявить свои спортивные таланты. В рамках утвержденной программы губернатора Московской области один из 50 физкультурно-оздоровительных комплексов построят именно в Архангельском. В центре разместятся плавательный бассейн, зал для игровых видов спорта и тренажерный зал. Проекты уже типовые, они есть, они согласованы. И сегодня идет привязка к местности и выбор земельного участка под размещение этого спортивного комплекса. Я думаю, что он как раз очень здорово нам поможет в плане того, что тот куст, там проживает половина жителей сельского поселения Ильинское в трех населенных пунктах крупных. Дачное хозяйство Архангельское, поселок Архангельское и поселок Новый. Ну, плюс еще деревни рядом Воронки и Захарково. И полностью отсутствует какая-либо, вот во всяком случае, спортивная инфраструктура. И я думаю, что это очень здорово улучшит положение дел. По словам главы, первая половина дня – это время, которое будет закреплено за муниципалитетом. То есть жители Ильинского смогут пользоваться услугами центра бесплатно. Валентина Титова, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.